Представляю вашему вниманию готовую собранную модель российского вертолета Ми-24П в масштабе 1:48 от российского производителя «Звезда». При сборке вертолета были использованы следующие дополнения. Два набора фототравления от российской фирмы «Микродизайн», заднотранспортный отсек и экстерьер, набор смоляных колес от российской фирмы EVM, 3D-декали интерьера кабины от российской фирмы «Квинта Студио», два смоляных набора от фирмы «Резки», блоки «Нурс» и главный редуктор с втулкой ротора, набор декалей от фирмы «Бегемот» для Ми-24П, смоляной блок тепловых ловушек АСО-2ВВ от фирмы «Quick Boost», также набор декалей трехлепок от фирмы «Arma Models». В качестве прототипа был выбран борт из состава авиационной группы ВКС России в Сирии «Аэродром Хмеймим» 2015 год. Вертолет входил в состав 562-й авиационной базы армейской авиации ВВС России, город Новосибирск. Потом был передан в состав авиационной группы ВКС России в Сирии. Сборку модели начал с кабины пилотов, деталей интерьера, десантно-транспортного отсека, двигателей, редуктора и низ шасси. По инструкции собрал кокпит, подготовил поверхность к нанесению 3D-декалей от квинты, где надо сформировал из пластика недостающие элементы интерьера кабины. На заднюю стенку десантно-транспортного отсека добавил фототравление. На пол поселил характерные выштамповки рельефа от «Микродизайн». На внутренних поверхностях фюзеляжа добавил из фототравления различные ящички оборудования. На иллюминаторы приклеил рамочки из металла. Под иллюминаторами приклеил пластины и шкворни под вооружение. На нижних створках десантно-транспортного отсека изнутри приклеил противоскользящие накладки. На скамейке десанта добавил детализацию в виде ремней из тонкого фототравления. В нише основных стоек добавил характерные рельефные пластины. На сами стойки также добавил проводки и прочую детализацию. Носовую нишу тоже добавил богатой детализацией. Заменил пластиковый лючок носовой стойки на тонкий затравленный. Кроме того, из тонкой проволоки добавил тяги от лючка к носовой стойке. Собрал двигатель, дополнив его разными трубопроводами. Собрал смоляной редуктор, который, к слову, слегка переразмерен и не вписывается в габариты отсека под редуктор. Для его размещения внутри необходимо подрезать заднюю верхнюю часть редуктора. В целом смоляной редуктор выглядит намного деталированнее, чем тот, что был в коробке у «Звезды». Добавил различных проводок, трубопроводов в редукторный отсек. Также добавил очень заметную трубку желтого цвета в проходе от десантного отсека в кабину. Сделал ее из припоя подходящего диаметра. Покраска интерьера. Загрунтовал все черным грунтом Atomic One Shot. Убранство десантно-транспортного отсека выкрасил краской Real Colors RC252 Light Gold Grey. Редуктор покрасил краской Ganza H417 светло-голубой. Кабина пилотов и внутренняя часть остекления фонаря окрашены в черный цвет краской от Ganza H12 Flat Black. Сухой кистью сталь сделал потертости до металла на черном. Потолок десантно-транспортного отсека был окрашен краской Real Color ATK номер RC002 Cream White. Базовая окраска двигателя была сделана цветом H12 сталь от Ganza, потом задул выхлопные патрубки цветом H76 Burnt Iron и сымитировал с помощью прозрачных лаков синего и оранжевого цвета, пробежалась на выхлопах двигателей. Различные мелочи прокрашивал уже кистью с использованием различных красок от Валеха, которые отлично подходят под кисть. После глянцевого лака сделал смывку панелайнером АТК для серого и голубого камуфляжа в десантно-транспортном отсеке. Нанес декали с надписью «Не становиться» из набора «Звезды» на внутреннюю часть капотов двигателей и редукторного отсека. После задул все детали сатиновым лаком серии премиум от Валеха.
Далее приступил к оживлению кабины пилотов с помощью 3D-декалей от Quint Studio. Клеил их на жидкость для тонкой фольги от Microscale. После выкраски интерьера приступил к сборке кабины, клеил штурвалы, рычаги управления, кресла пилотов. Заодно и приклеил наружную часть носовой части фюзеляжа. Тем самым получился готовый модуль с кабиной, который мы позже поженим с основной частью фюзеляжа вертолета. Дальше вклеил скамейку десанта. Сверху установил двигателя, редуктор, который, как я уже ранее сказал, пришлось купировать нещадно. С помощью клея Travel вклеил модуль десантно-транспортным отсеком в двигатель с редуктором в половинку фюзеляжа. И далее состыковал вторую часть фюзеляжа. Стыковка прошла практически без проблем. Стянул с помощью струбцин и крокодильчиков. Поженил носовую часть основной, на этот раз все прошло идеально. Щели не было, немного по минимуму зашпаклевал по правому борту вместе стыка. Но тянутый стык вставлять не пришлось, как на предыдущей модели вертолета. Далее собрал прочие недостающие детали экстерьера. По всей поверхности фюзеляжа добавил многочисленные вставления из набора от Микродизайн. Лючки, накладки, решетки. Все места под решетки и луга я высверливал для того, чтобы не просвечивался пластик под ними. Стволы пушки вертолета доработал с помощью тонких конусов из фототравления. Пластиковые глухие пламегасители срезал. Также заметил пластмассовое ограждение пушечного отсека на тонкий ажурный металл. На пилоны добавил деталировку из фототравления и установил туда микромагниты для подвески различного вооружения. После всех манипуляций с фюзеляжем для нанесения грунтовки я нанес декали с клепкой по всей поверхности вертолета. Работа с этими декалями клепки почти такая же, как с обычными декалями. Вырезаем нужный нам фрагмент из общего листа, опускаем в воду, ждем, пока декаль размокнет, и переносим на пластик. Потом нам нужно приварить декаль к поверхности. Делаем это, например, с помощью Mark Fit Strong, как в моем случае. Но затем можно убрать подложку с помощью растворителя от Tamiya с желтой крышечкой для нитрокраски. К сожалению, я не везде приварил клепку должным образом. Впоследствии это мне добавило проблем при окраске камуфляжа вертолета. Собрал смоляные блоки NURS и втулку несущего винта. Втулку я рассверлил и вставил кусочки проволоки для усиления и прочности конструкции. Также рассверлил и лопасти, а кроме того, вырезал паз под габаритные огни лопастей. На рельевой винт добавил из фототравления проводку. На стойках шасси добавил из замаклеющего алюминиевого скотча имитацию зеркал цилиндров. А смоляные колеса рассверлил до подходящего диаметра под стойки из набора. Окраска вертолета. Грунтовка Mamiq OneShot черная. Она хорошо усаживается, к тому же подвергается неплохой шлифовке. Далее приступил к нанесению пятен камуфляжа. Изначально я выбрал цвет светло-оливковый для темных пятен. После окраски мне не понравился цвет. Мне пришлось перекрашивать пятна в защитный зеленый. Использовал краску RC072 Protective K Real Color. Замаскировал эти пятна с помощью пластичной массы от АК и нанес базовый слой краски RC219 Смальхаки Авион от AK Real Colors. После с помощью скотча отбил границу и покрасил низ фюзеляжа цветом RC240 Light Sky от Real Colors. Места за выхлопами двигателей выкрасил в черный цвет. При снятии масок с фюзеляжа наблюдались частичные подрывы краски с грунтовкой из-за ошибок в приваривании клепок. Мне надо было не торопиться, а более тщательно сделать приварку клепок. Все эти подрывы и дефекты мне пришлось впоследствии подкрашивать несколько раз. В общем, при использовании подобной клепки надо быть особенно осторожным при использовании самоклеющегося скотча, иначе можно оторвать вместе с краской. Лучше использовать что-то слабоклеющееся поверхностью, например, розовый скотч. Лопасти окрашены в темно-зеленый цвет H320 от Ganz. Низ лопастей черный. Концовки желтым.
Передняя кромка, нижняя поверхность пилонов и блоки НУРС окрасил алюминием. Покрышки колес окрашены в черную резину. Диски в зеленый цвет. Втулку выкрасил сталь и потом кистью выкрасил мелочевку. Сухой кистью светлая сталь прошелся по граням, выделил деталировку. После глянцевого лака сделал смывку на весь фюзеляж. После смывки нанес декали и техничку. Далее, чтобы больше выделить расшивку и клепку, использовал шейдер от Amamic Dirt. Это полупрозрачная жидкость, с помощью которой можно уже поверх краски имитировать тени и скопление грязи и прочего. Закрыл весь вертолет финальным затяжным слоем лака и приклеил недостающие детали крылья, пилоны, створки, капоты, двери, кабины пилотов. Делал масляные точки на вертолет, тем самым сделал следы эксплуатации и выгорания краски. Натянул антенны, для этого использовал резинку для бисероплетения. Предварительно ее надо распустить до необходимой толщины. Приклеил фототравленные стеклоочистители, установил другие мелкие детали на вертолет. Подвесил вооружение, на колеса нанес пигмент пыли, на выхлопные патрубки пигмент сажи. Стволы пушки натер пигментом ганметалл. На этом сборка вертолета была торжественно завершена. Подведем итоги. Неплохая по геометрии модель вертолета от фирмы «Звезда». Лучшая на рынке, но не хватает деталировки для 48 масштаба. Производитель просто масштабировал свою раннюю модель в 72 масштабе. Отсюда и отсутствие клепки и слабая деталировка, в частности почти голая кабина. Отсутствует клепка, что делает этот вертолет на фоне других производителей несколько проигрывающим зрелищности. Но все это можно компенсировать при умелых руках и с помощью различных дополнений. Что касается клепки, то ее уже выпустили несколько производителей Quinta Studio, Eduard, Arma, Model. С помощью наборов фототравления можно существенно добавить деталировки и зрелищности вертолета. Благодаря различным дополнениям и смолы можно еще больше повысить качество модели. Все зависит от вашего желания и мастерства. Мне доставило много приятных и не очень моментов при работе с этой моделью. Очередная модель вертолета в мою коллекцию машин от Михаила Леонтьевича Миле. Спасибо всем за внимание. Далее следует слайд-шоу с детальными фотографиями вертолета. И до встречи на новых проектах. Всем пока! Прикрывает борт вертушки уходящий самолет. Кто Илюшей, кто татушкой, тут кому как повезет. Но поверь, не до комфорта, им не верится самим. Но не пуха, шел бы к черту, до свидания, хмимим. Ну не пуха, шел бы к черту, до свидания, хмимим. Хмимим, забытый богом уголок, хмимим. Доски по дому потолок, хмимим. Спешат на родину борты, друзей увозят и мечты. Я остаюсь, не вышел срок, хмимим. Для кого дождь не погода, для меня тот не садык. Тут в любое время года недостаточно воды. Ежедневно солнце жарит, до локтя черна рука. Где угодно по загару ты узнаешь Садыка. Ты в России не пропустишь по загару Садыка. Летчикам работа ночью, носят грузы в адреса. Быстро, грамотно, сверхточно, от Аллаха чудеса. Кимбы прыгают, как козы, не помеха это сну. Если видишь в нем березы и любимую жену. Если видишь в нем березы и любимую жену. Хмимим, забытый богом уголок. Хмимим, доски по дому потолок. Хмимим, спешат на родину борты, друзей увозят и мечты. Я остаюсь, не вышел срок, хмимим. Дважды в сутки провожаю на Россию самолет.
дважды в сутки представляю, он меня домой везет. Только здесь еще задачи, здесь не кончена война. И не может быть иначе, если требует страна. И не может быть иначе, если требует страна. Хмимим, забытый Богом уголок. Хмимим, доски по дому потолок. Хмимим, спешат на родину борты. Друзей увозят и мечты. Я остаюсь, не вышел срок. Хмимим, хмимим, забытый Богом уголок. Хмимим, доски по дому потолок. Хмимим, спешат на родину борты. Друзей увозят и мечты. Я остаюсь, не вышел срок. Хмимим, я остаюсь, не вышел срок. Хмимим, лечу домой, окончен срок. Прощай, хмимим, хмимим.